Добрый вечер. На поле Шахтер сегодня в черном, а Трау в белом. Для Шахтера и Атрау это уже все матчи в чемпионате. В старте Шахтера играет даже в кубковой на Мунайши. Ну, собственно, вот здесь удалось поговорить с представителями клуба. Здесь может быть интересно. Сергей Шаф вырывается на рандеву, хотел перекинуть, было Лагинов. Подача на ближнюю штангу, скидка головой, и Тарасов промахивается. Отличнейший момент сейчас. Юрки Куяшевич мяч подхватывает, отличную передачу дает в ухо, и даже удар. И подача в штрафную. Здесь Хайрулин борется, в принципе, даже мяч может в поле сохранить, собственно, что Марат и сейчас и делает. Подача, и Шацкий вовремя на выходе. Нет, все-таки, наверное, отворот, да, будет, да. Лагиновский с мячом. Не проходит его прострел. Правда, вновь мяч у нефтяников. До Хайрулина также не прошла передача. Мужик. Здесь Шаф набирает скорость слева. Правда, сразу здесь защитник, конечно, подоспел. Гамбух заходит в штрафную. Прострел, и можно бить. И забивают карагандинцы все-таки гол. И забитым мячом, да, вот показывал здесь Куяшевич в падении. Правда, не очень удобно было. Начало это не дал он себя обыграть. Ну и вот с такого ракурса нам показали забитый мяч. И радуется, конечно же, Куяшевич. В принципе, один из самых креативных футболистов этой сборной. И дальний удар от Наджаряна, но мимо. Здесь скидка на Куяшевича. Вернул он в ухо, удар и в ухо. Какой? С мячом. И дальний удар. Ну, даже Шацкому. Отлично смещается к центру. Отличный пас. Прострел. Их не получается очередной раз у игроков Патрау и Зинковича. Только остается результат. Но, в принципе, еще очень много матчей. Все можно исправить. Здесь ответ карагандинцев. И Татыбаев мог. Подача в штрафную. Отбивается. И вот можно бить. Но, правда, не получил футболисту из Сербии. Здесь может быть интересно. Эгенбух набирает скорость, останавливается, ищет партнера. Скидка. И можно бить. И 2-0 в матче. Ликуют, конечно же, карагандинцы. Ну и 2-0. Давно так, конечно. А много. Вскоре посмотрим. Забитый мяч. Здесь, смотрите, Эгенбух посмотрел, скинул. Шахметов спокойно мяч принял. И пробил в аккурат в правый от голкипера угол. Без шансов для Лагиновского. Исполнение Шахтера. Подача. И здесь вновь Лагиновский не очень уверенно действовал. Благо защитники от РАУ вовремя вмешались. Еще один прострел и 3-0. Но это уже, конечно, крупно. Это очень крупно и обидно для от РАУ. И забивает там защитник Шахтера Евгений Тарасов. Почему? Здесь буквально... проспали. Ну, для Тарасова это уже второй гол в этом чемпионате. Ну и здесь медики. Сейчас будем разбирать момент, забитый мячом. Вот здесь мяч. В итоге Тыбаев идет голевую. В аккурат. Здесь это два разных турнира, поэтому и тут разные настрои, и цели, и задачи. Поздравляем карагандинцам